Всем привет! Сегодня покажу еще один интересный способ размножения роз, и это при помощи банана. А банан должен быть такой вот переспелый. Нам понадобятся черенки роз. Здесь они у меня вот, здесь много черенков. И, ну, горшок и банан. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Берем банан и делаем в нем отверстие. Посадим сразу 3 черенка. Я беру черенки роз. Они у меня тут недельку простояли в воде. Убираю засохшие листья, они нам все равно не нужны. Сам черенок отрезан вот так вот наискосок. Второй черенок. И вот третий черенок тоже подготовлю. Уберу все, что не нужно. Помещаем черенки в банан. Где мы сделали отверстие. Теперь берем горшок. Здесь у меня керамзит и немного земли. Помещаем наш банан. И засыпаем землей. Я засыпала землей. Сейчас хорошо полью. Сверху покрываю пакетом. И ставлю на светлое теплое место. Вот так здесь он у меня будет стоять. Я этим способом укореняла в прошлом году. Укореняется очень быстро. И в следующем видео я вам покажу результат. Все, всем спасибо за внимание. До следующей встречи.